Мы всем опять наши аплодисменты. Давайте поаплодируем его модный показ «Софизма 2018». Женщины со света состоял. Хотя помните, что это все лишь прелюдия перед нашим основным мероприятием. Да и сегодня мы вместе с компанией «ЗСО» будем исполнять мечту прекрасной дамы. Пока девчонки появляются, я давайте озвучу хоть кто стоит перед вами. Ибо дизайнер коллекции дамы, которая вот-вот появилась на сцене, Ольга Кардаш. Это аплодисменты. Кардаш, простите, Оленька, видите, как все кричат. Бренд Kill Today, аплодисменты им. Овации, бренд Stone & Tone. Бренд Le for Le. Это, наверное, что-то на французском. И, конечно же, студия макияжа, благодаря вот этим прекрасным дамам Наталье Грутовой и Марии Красовской, так обожительно выглядят наши дамы. Эти аплодисменты вам. Я вижу, что кто-то запасся цветочками. Друзья, давайте все-таки расскажем и напомню вам о том, что вот эта честь нашего праздника, которая уже вошла в историю, а ведь такого еще в стране нашей не было никогда, это не все, это только начало. Ибо я напоминаю, что каждый, кто из вас принимает участие и становится участником программы «Дякую» от компании АЗС, мне подсказывали, что 11 октября является Международным день девушек, не женщин, девушек, да, оказывается, есть такой повод для того, чтобы подарить своим милым, красивым дамам цветы. Друзья, ну вот теперь мы приступаем непосредственно к основной части нашего праздника. К одной из основных составляющих мы увидим те прекрасные картины из коллекции «Женщины со светом», которые нарисовала Мария Пол. Под ваши аплодисменты, красивые дамы, мы ждем вас на этой авансцене. В принципе, всего этого торжества дама, мечта которой сегодня сбылась благодаря компании АЗС АСКО. Марина Колк, вам аплодисменты, выходите к нам, друзья. Вот она, счастливица. Но я вам напомню, и думаю, что каждый из вас знает, что мечта Марины, возможно, осталась бы неосуществимой еще энное количество времени, если бы не компания АЗС АСКО. Поэтому под ваши овации давайте пригласим представителей этой компании Анну Красовскую, друзья, и Павла Богатай. Ну, теперь на 100% можем сказать, что все виновники торжества стоят на этой сцене. Возможно, вам есть что-то сказать, я уверен, да? Ведь вы сегодня осуществили мечту прекрасной дамы. Смотрите, сколько людей, ажиотаж какой информационный создался вокруг нашего мероприятия. Павел.
событие действительно такое у нас уникальное, очень масштабное. Хотелось бы сказать особую благодарность Оле Каташ, которая поддержала Маринин талант, ее идеи. И этот чудесный показ стал таким первым входным билетом для того, чтобы увидеть всю экспозицию. И мы готовы ее открывать, так что давайте переместимся во вторую часть нашего события. Спасибо вам большое всем. Павел, Анна, Марина, друзья, я думаю, что для того, чтобы все-таки нам посмотреть все картины, наверное, надо пригласить даму, которую мы, да, столько дифирамбов выписали в ее адрес. Ольга Каташ, друзья, давайте ей поаплодируем. Ольга, если вы нас слышите, выходите к нам. Как же? Столь прекрасная коллекция. Красивые женщины со светом. Мы ведь дальше идем смотреть картины, да, персональную выставку, поэтому хотели бы вручить вам от компании АЗС цветочки. И мне выпало почетное... Один, да? Мне подсказывают, кому вручать цветы, друзья. Поаплодируйте, поаплодируйте. Ольга, спасибо огромное, что поддержали наш проект. Мариночка. Анна, я вас только пока могу обнять, потому что мы цветы с вами будем вручать потом. Но слово вам, конечно же. А вот видите, Павел просто быстрее, чем я. Усіх вітаю, добрий день. Головне, що хочеться сказати, треба марити, бо мари здійсняються, вони мають цю можливість. І коли ми питаємося людей, а чим ви марите, вони завжди кажуть нечто матеріальне. Але я лічу, що матеріальне – це не головне. Головне – те, що у вас у серці. І коли ми знайшли, і коли виграла Мара Марини, а в тим, що вона марить в особистій виставі, ми зрозуміли, що щастя можливе. Коли прийшов Павел і сказав, що є ті, хто готов підтримати цей проєкт, ми зрозуміли, що щастя – це як добре-добре хвора, яка розповсюджується по світі. Тому марте і всі ваші мари хай здійсняються. Дякую вам. Приїжджайте до нас ще. Огромное спасибо. Друзья, история свершилась. Впервые в нашей стране, может, во всей вселенной произошел вот такой показ. Но теперь нам пора рассмотреть то искусство, которым порадует нас Марина Кол. Я абсолютно всех и каждого с разрешения всех прекрасных дам и Павла, которые находятся на этой сцене, приглашаю в зал. Давайте посмотрим, насладимся персональной выставкой. И пускай ваши мары сбываются. Друзья, пойдемте. Есть, конечно, часть людей, которым Инстаграм важнее. Нам тоже, кстати, важно, да, освещение в СМИ. Поэтому я напомню еще раз, если кто-то знает, можете рассказать своим друзьям, коллегам. Астомара, такой хэштег у нас сегодняшнего вечера. Я вижу, что Павел уже, смотрите, готов. Я думаю, что мы тоже готовы в предвкушении вот этого момента насладиться официальным открытием персональной выставки. Мечта сбывается. Павел. Анна, Марина, вам аплодисменты. Символическое перерезание ленточки под ваши овации, друзья. Открытие персональной выставки фэшн-иллюстратора Марины Кол с этого момента объявляется открытым. Ура, друзья! Мариночка, ну, вам, наверное, есть... Ваша мечта сбылась, и пускай вас переполняют эмоции. Давайте дадим вам возможность выплеснуть и поделиться своими переживаниями вместе с теми людьми, кто разделяет с вами эти мгновения радости. Всем здравствуйте. Я хотела сказать огромное спасибо за то, что сегодня все здесь, что все приехали, все собрались. Мне очень приятно, что сегодня моя мечта исполнилась. Спасибо вам большое. Сейчас, на самом деле... Мне не хочется много говорить, мне очень хочется, чтобы вы познакомились с работами, потому что я вложила в них очень большой смысл. Это не просто красивые картинки, это женщины, любовь, природа, это мы. Вот, и этим мне хотелось поделиться уже очень давно. 2 года моя мечта ждала какого-то толчка, чтобы воплотиться, и наконец-то такая прекрасная возможность мне предоставилась. Поэтому я приглашаю всех познакомиться с работами. И надеюсь, что будет возможность еще рассказать более подробно после того, как вы с ними ознакомитесь. Спасибо! Спасибо.
пожалуйста.